Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на донатном аккаунте моего подписчика Игоря с ником Лаврентий. И, как видите, доната уже полмиллиона. Вот так вот. Неплохо, неплохо. А силушки, конечно, не так уж и много. Поехали посмотрим. Что за Лаврентий? Rise of Phoenix. Так. Первые места принимаем игроков до 50к силы. Вот так вот ограничение стоит писать. ВК ID Кириши, вот так вот, как-то вот так вот. Метимся, поехали посмотрим аккаунт, чего не хватает. 76-82, неплохо. Некроса нет. Командоры. И Бугимена, вот так вот он слил уже на командору. Около 120к, и она так к нему и не пришла, хотя смотрите, есть огнекрыл. Зачем ему такая командора? Так, поехали посмотрим алтарь. Что у него есть? Так. Отлично. Отлично. Хорошо. Пойдет, пойдет, пойдет. Ну, в общем, по талантам, я думаю, здесь вопросов нет. Конечно, хотелось бы некоторые другие таланты. Хрон с каменкой. Интересное решение. Бигфутик топовый, Фрейка топовая. Отлично. Вообще девятый пакт. Ну, я бы, наверное, не качал бы пакт в первую очередь. Огнику, ну, может он хорош, надо будет у себя тоже потестить. Так. Так. Интересно, интересно. Пошли допы. Ну что, поехали. Вот такой вот у нас коллекционер. Ведьмочка. Нужна, в принципе, студенность их собрать. Самое главное, я думаю, для его аккаунта это вытащить отсюда командору. Надеюсь, мы успеем это сделать. Поехали. Так, сразу же Сурик на второй попытке падает. Королева Гарпий. Ниндзя. Паладин. Все, роллинг удался, если упал Паладин. Ронин. Вот, кстати, первый Ронин, которого я за сегодня выбил. Череп. Опять Паладин. Супер падает. В кавычках. Так, студенистый рыцарь. Блин, командору, конечно, бы словить. Было бы неплохо. Так, Дед Мороз, фараон. Медузка, отлично, скин есть. Призрачные падают. Ну, что-то, честно скажу вам, такое себе. О! Такое себе, и сразу же ведьма. Ну, конечно, ему исцеление. Нафиг не надо с его донатом, у него уже все прокачано, но все равно как бонус. Думаю, очень даже неплохо будет. Поехали в рейды. Поехали потестим девятого охника. Смотрим на его урон. Что он там может сделать? Как сейчас он будет сливаться? Интересно, он когда-то у него ударит. Ну, супер. Мне понравился. Девятый огнекрыл с пактом. Интересно, сейчас гляну хотя бы, какая у него сборка. Ложный, седьмой. Ослепление. Уклонение. Ну, в принципе. Я бы, наверное, не собирал так. Я надеюсь, сейчас мы увидим урон. Ну, посмотрите, девятый пакт. Ну, Фрэнки, он там еще калашматит, но остальные... Да уж. Да уж, да уж, да уж. Ну, ничего не поделаешь. Ладно, отвлеклись, поехали дальше рулить.
Конечно, блин, ролить одного недостающего героя, я бы, наверное, лучше бы его на его месте собирал бы просто еще один Ронин осколками и не парился. Подождал бы, да, понятно, ПБшка, ну, офигеть. Там, где надо, тоже не упал. Лучше подождать, осколками уже сколько раз продавали, тем более возможность доната есть. Ну, выбить реально будет очень сложно, недостающих буги. Так, и Афину вытащили. Жестко. Жестко, жестко, жесткий роллинг. Бум, шаман, циклоп, леди Лео. Мне интересно, сколько у нас там этих рыцарей собралось уже. Тесса, Дед Мороз, ниндзя. Ну, блин, хотя бы Бугича, Рину, Суккуб. Ой, жизнь, боль. Без донаты тоже плачет. 40к слили и, блин, всего лишь 7. Нет слов. Что там у нас? 10. 11. И блин, да это просто жесть. Ну, нету смысла, блин, выбивать. Я не знаю, я у себя чисто так ради контента выбиваю и ради того, чтобы посмотреть шансы. На таких аккаунтах то же самое, смысла этого делать нет. Ой, конечно, жесть. Выбили все, кроме слизней. Ну, когда два недостающих таких героя, реально их очень сложно выбить. Шанс очень маленький. Чем дальше, тем больше вероятность того, что вы их просто не получите. Либо вы сольете там 200, 300, 400 тысяч самов, как это бывает. Либо вам просто повезет. А самый лучший вариант это просто собрать осколками. Ну, блин. Стрелок. Офигеть. Тесса. Да чё за фигня? Офигеть. Let's go. Жесть. Жесть просто, ребята. Это просто жесть. Заклинательница. Дракос. Суккуб. Ну, как начинали, хоть Сурик упал и студеный. Ну, блин, 60 с лишним тысяч самоцветов вытащили все, выбили кучу офигенных героев. Ну, нету смысла, вот просто не вижу смысла ролить на таких аккаунтах. Ну, не знаю, Асурик, вот посмотрите, у него даже Комодоры уже 100 есть, выбивать ее, ну какой смысл был? Ладно, Бугика еще. Но зато офигенный роллинг. Кучу героев выбили, кучу всего. Собрали, это единственный аккаунт, на котором собрали мы сегодня всего коллекционера. Чем поздравляю, в принципе, но, честно говоря, трата средств не стоит того, лучше просто осколками дождись и собери их. Они очень часто осколками продаются, поэтому смысла вот это вот тратить, ну, на таких аккаунтах вообще не вижу.
Лучше бы прокачал героев за эти самые. Ну, конечно, каждый хозяин, барин, что могли, то сделали. Вот так вот. Печалька. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.